Диана, здравствуйте. У меня такой вопрос был. По-моему, я отправил деньги мошенникам. В Инстаграме публиковали сообщение о том, что нуждается в помощи ребенок, и указали номер Тинькофф банка. Я отправил туда деньги, и поэтому хотел спросить, возможно ли отменить или же вернуть эти деньги? Так, а можете, пожалуйста, мне подробнее рассказать вообще, что было в посте, почему вы считаете, что есть подозрение, что это могут быть мошенники? Смотрите, ситуация такая, что Я сначала даже не подумала, что это мошенники, и мне через какое-то время написали в Инстаграме. я по своей наивности еще сделал репост. Давайте я сейчас номер карты проверю, напишите, пожалуйста, что вы звонили. 42, 49. Я не вижу такую карту, как ни странно. Сейчас давайте проверим еще раз. Это не карта Тинькофф. Давайте я посмотрю, что это за банк. Сейчас я проверю. Это Газпромбанк Виза карта. Ага, хорошо, тогда Можете спасибо. туда обратиться и сообщить уже о мошенничестве тогда. Газпромбанк, меня зовут Светлана, здравствуйте. Светлана, здравствуйте. У меня подозрение, что я отправил деньги мошенникам на карту вашего банка. Поэтому у меня такой вопрос, можно ли вернуть деньги? Ваша карта. У меня у самого Сбербанк, у меня у самого не Газпром. То есть, если человек отправляет с другой картой, получается, что это безвозвратно. Мошенники без проблем могут пользоваться, да, этим способом и отправлять безгранично. Ну хорошо, спасибо, я вас понял. Спасибо. Доброго. До До свидания. свидания. Нашуай Пташлер, Эгерде, Сис, Мошенник Варгалексевис, Алдахшаварга, Нашушунды, Тубен, Шунды Яос, Асулбулен, Акшаларгзна Аларикен, Сис, Шанасазикен, Майроша Нашушунды Шерда, Минимум Шерда Шлайгулда. Ақшаңызды бір айда кері қайтармай. Алдақшылар әлі ақшаңызды кісілеріне тығып қоя шақлар. Неше күні қарамасын, біздің шын көңілден, ихластан жіберілген ақшаларымыз. Олар қабыл етіледір деп санаймын мен. Мына шошындай алдақшыларға, аларға ақиретте өз жазалары болашақ.